Доброе утро, уважаемые зрители. Меня зовут Жуковский Константин. В эфире компания Amarkets. Вкратце сегодня расскажу вам о той статистике, которая будет выходить, и некие ориентиры, конечно же, задам. Безусловно, по традиции хочу начать с рынка нефти, который на самом деле в пятницу сегодня никаких информационных поводов не дает. Поэтому продолжаем текущее движение, нисходящее, на фоне той договоренности по Ирану, которая была бы уже принята. В ближайшие полгода мы ждем возвращения данного игрока на рынок. Безусловно, котировки данного актива на фоне происходящего должны пойти серьезно вниз. Пока готовимся к этому и следим за статистикой, которая уходит по запасам нефти каждый вторник и среду. Безусловно, что касается результата торговли рубля, здесь будет все, скажем так, зависеть напрямую от нефти. Поскольку каких-то изменений в экономике нашей страны, к сожалению, не произошло в позитивный момент, поэтому единственный фактор, на который мы можем опираться, безусловно, это тот же самый актив. Единственная статистика сегодня, которая, правда, может привлечь свое внимание, это статистика по штатам. Это индекс потребительских цен, который будет в 16:30 по Москве, и в это же время будет строительство новых домов. Безусловно, это может придать очень хороший, сильный толчок доллару на фоне уже заявлений последних на этой неделе по поводу возможного повышения ставки до конца этого года. И это серьезно может отразиться, безусловно, на всех рисковых активах. То есть мы, в принципе, сегодня, если статистика будет положительной, можем увидеть продолжение движения по евро-доллару, конечно же, нисходящее. То же самое повышение по доллару и иене. Ну и, конечно же, возможно, будет еще коррекция именно по фунту-доллару. Поживем, посмотрим. Как, собственно, будут выходить новости, пока сегодня трудно представить, потому что данные ожидаются положительные, но в 16:30 все будет видно. Итак, кодовое слово на сегодняшний день – слово «пятница». Это даст вам дополнительных 6% к тому бонусу, который вы можете получить в рамках нашей компании. На этом, в принципе, наверное, все. Поскольку новостей нет, сегодня пятница, в связи с этим хочу вас поздравить, конец рабочей недели. А на следующей неделе, в понедельник, мы услышим новые обзоры, новые идеи. Будьте с нами, всего доброго.